Всем привет, с вами снова я Black Falcon. И сегодня мы продолжим проходить историю Injustice 2. Еще одна кампания. Что ж, а перед началом ролика пока буду повторяться то, что чем мы закончили. Я напоминаю вам, что вы всегда можете поддержать ролик лайком или дизлайком, написать коммент и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Шпарим в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Также по нашему счету пятницу в 20:00 по Москве у нас стрим по Crash Bandicoot 4, It's About Time. Всех жду. И также хочу вам рассказать про промокод от AliExpress, который дает скидку новым покупателям на сумму 300 рублей при покупке от 600 рублей. И действует он до 31 июля. Так что, кто хочет купить что-нибудь с хорошими скидками, спешите. Их пока похищают. Похищает их Блейняк. Мы это знаем, потому что мы этим закончили предыдущий ролик. Вот и сам мистер Блейняк. Green skin. Smart money's on alien. Martian? Like John Johns? My point of origin was 1,000 light years removed from Mars on the planet Kolu. I am Brainiac. И его мощь явно превосходит их мощь. Есть там Супермен. Для него самое главное — это знание. Тут на голод начинается шевая атака. И даже ваш гаваш и тоже хвачен. Now an extension of my mind. You, a friend.
agile human captured and imprisoned a fully developed male Kryptonian. Maybe I'm not so fragile. To prevail, you harnessed advanced technology, satellite communications, interdimensional transits. I am taking these tools from you. Why? The Kryptonian belongs to me. And soon, so will your planet. Можно взять и Супермена, и всю планету. Бэтмен же отправляется в путь. Все это видел Черный Адам и Чудо-женщина. Шпиргова понимает, кто же это. И лучше надо вышвырнуть Супермена. Суперман же пока что по-прежнему находится в тюрьме. И к нему приходит Бэтмен. Спрашивает по Брейняка. Супермен удивлен. Он говорит, что без него никак не победить. Но Бэтмен пока ничего не желает слышать. Глава 4. Вторжение. Флэш. Компания Лютов Уэйн. Здесь аж и работает Флэш. Вот со мной гневаться ему. LW base, are you there? LW base, how fast can you get to Metropolis? My pardon agreement was pretty clear on no powers. Она говорит, что все равно он должен использовать способности. Chance,
to argue. И дальше отправляется в путь. От этого уничтожают население. Как вышел робот. За этим все наблюдает Блейнер, а к нему надоквад входит Гэдливый Голод. Ну, чего подскажение, чтобы вось Блейнер, то есть. И тут Флэша прострелявает Дэдшот. Все будет бой Флэша против Капитана Холода. И наша Флэша бойна. Сейчас погнали. Кровь. Пока первый бой скажет у нас довольно-таки неплохо. Там пошли все великолепно. Скоро мы свой супер плем. И он нас проколет. Победа будет фактически домой. Все, Порошенко. Один ноль. Мне первый противник позади. Вот что я хотел сказать. Быстренько я с ним уже бабушем. И тут женщина-кошка освобождает Каули. И меч оглушает Гэдливого. Я вам такого не ожидали. Хаус ходит шума немножечко. Ну, все как обычно. Она и была агентом Бэтмена. Робот уже продолжает пока потрудливать. Прям как в Матлоше. What's with you, Lawton? You should be fighting this invasion. Good
Выбора у него нет. Что ж, дальше против Дэдшот. Что там стрелял, но будет ваше важнее нам с вами. Жаль, что вот это уравняет шанши. Один ноль. А все равно преимущественно мы, что у нее? А это улавливает наши шансы. Но очень большая вероятность, что победа все-таки будет за мной. Супер прием спасает меня в этом поединке. Да, и это боль я побеждаю. Желтый флеш. Этот будет по-любому тяжелым, я думаю. Еще один флэш. Бегут они на перегонки. И нанижать тем, кто попал под их живую ловушку, бедный автомобиль. Это обратный флэш. И думаю, что он не может. Так, флэш против обвадного флэша. Погнали. Плохо пока. Пошушнее, чем с капитаном Холодом, но легче, чем с Дэдшотом. Неплохой приемчик.
Ну что, смотри, он сейчас победит. Так что нет смысла даже пытаться. Все равно ему это не поможет. Победа за мной. Зеленый фонарь. Ой, скажи, избавлю. Даже ему не верят. Он сейчас совершил ошибку. Что ж, погнали. Наш против зеленого фонаря. Я думаю, что это будет похоже самый сложный бой у меня. Это не факт. А, вставай. Я сразу что выйду, что плюем на тебя. Столкновение, но оно его не спасет. Ноги тоже все равно доставляет. Все проплывем. Не повоколят. Но все равно победа за мной. Зеленый фонарь собрался не полностью его. Не договариваться идти вместе. То ему еще через много надо пойти на пути к исправлению. И опять приходит к Бэтмену. Он говорит, что он изменился. Я говорю, что хорошо, это не пустой звук. И в этом штуке разрушает. Дать ему шанс. Я отправляю его в Атлантиду. Глава 5 Молли бьет зеленый фонарь. Но это будет уже в следующей серии.
next time my people's blood is spilled, it will be for Atlantis, not the surface world. You're one of us too, Arthur. Your father... My father was human, but my duty is to Atlantis. I don't trust you, Jor. You or any surface dweller. Now leave, and remind Batman, stay out of my seas. And when that's on your doorstep... Atlantis will defend itself. Maybe sooner than you think. We need to help each other. Go! I don't need your distraction. Oh, все, еще будет со своей новостью. I'm not leaving. Need I remind you whose kingdom this is? Что ж, сейчас зовем Нагвада и на этом закончим. Хорошо, у нас будет тут два бонжевых лящика у нас с вами. Нажим для Супермена и Супермена. И для Атома. Тож, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подпишитесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Смотрите в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете пожать канал донатом. Все ссылки в описании. Также в нашу эту пятницу в 20:00 по Москве у нас стрим по Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ну и еще раз напоминаю вам про промокод от AliExpress, который дает вам скидку на 300 рублей при покупке от 600 рублей. Сам промокод находится в описании под видео. Всем пока!